invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Всем привет! С вами снова Нул. И сегодня я вам покажу Рики. Заметно, да, что он немножко изменился с тех скринов, которые выкладывали до этого. Ну, я к Фрогу писал, что как он поступит с героями. Ой, что-то у него немножко косячки какие-то, да, на иконке. Что он изменит всех героев, которые были украдены из закрытого бета-клиента, дабы людей можно было удивлять последующими перевоплощениями героев. Итак, Рики Мару. Вот первое мое впечатление, когда я увидел вот так вот издалека, вот так вот. Я подумал, блин, так это же какая-то крыса с рюкзаком школьным на спине. А оказалось-то просто у него куртка такая спортивная, как у этих, у американских футболистов в колледже, вот. С какой-то эмблемкой. Ну, так-то хорош. В принципе, хорош, да. Ну, маленький такой вот. Такой же, вот хвост. Вот единственное, что хвоста не было в первой, ты здесь появился. Теперь он называется, кстати, просто Рики. С чем это может быть связано? Рики Мару. Может, это из-за этого маленького кота, который постоянно в коробке влазит? Ладно, не суть. Так, надо что-то затарить. Вот это. Вот это. И вот этого. Ой, все, крипаки пошли. Идем. Так. Рики Мару. Самый мой нелюбимый герой в Dota 1. Я за него, не знаю, сыграл, наверное, за 7 лет. Ну, раз 10 максимум. Потому что я не люблю вот такую вот подлую игру, когда человек все время бегает вниз. Это как-то не во мне, не знаю, или я за честный бой. Так, покажу вам. Что это, какой-то странный у него блинк, естественно, показан. Ну, ладно. Начну с пассивки, которая дает бонус за количество агилити. И доносит дополнительный урон, если стоишь к врагу спиной. Так, почему-то циферки не вылазят урона, но анимация видна. Да, вполне такая красивая анимация. Сразу видно, что это бэкстеп. Че я говорю? Да, бэкстеп. Вот. Весьма впечатлительно. Я вот не видел его в деле, вот только сейчас. С вами вместе наблюдаю, как это, что и происходит. Так, блин. Ну, а вот иконка мне похожа, что мужик какую-то рыбу ловит на удочку. Не могу разобрать, что там нарисовано. Ну, попробуем, посмотрим, что это. Что делает блинк? Запрыгивает за спину к врагу, нанося урон при блинке. Ух, слушай, что, у него все удары, что ли, подсвечиваются? А, нет. Прыгает, в общем, за спину врага. Ну, и наносит ему удар. Блинк, и, естественно, с бэкстепа. Бэкстепа, да-та-та-та. Ну, примерно как, да, вот так вот. Что напоминает, это свап Венги из первой доты. Можно назвать их с первой части. Ну, не знаю, весьма прикольно. Так, туман. Ну, думаю, что для более четкого отображения туманчика нужен хотя бы второй. Ой, хотя бы второй левел абилити, чтобы показать более-менее широко, что это такое. Не пугайтесь, кстати, насчет речки, то скажете, чу, нихера себе нефть поплыла. Это я просто поставил настройки поменьше, чтобы у меня вообще было идеально в игре. Просто у меня стояла идеальная вода, там вот эти с бликами совсем. Поставил поменьше, и вы удивитесь, но игра стала раза в 3, наверное, быстрее играть. После того, как я отключил речку и сделал нефтяной. Так, первая способность — туман. В области тумана увеличивает промахи и замедляет скорость союз этих вражеских героев и крипачей. Как это выглядит? Ванч! А, сайленс? Да, еще и сайленс, точно я забыл, что-то я это. Вот эти головки такие, трясущиеся, это сайленс, так называется в доте. Поэтому не пугайтесь, не подумайте, что это какой-то фестиваль. Ну, выглядит забавно. А, он ставит какую-то бомбочку, короче, вон там видно. Нифига, вот. И она распыляет все. Прикол вообще. Ну, в общем, сделали из него такого вот Assassin's Creed, прям такой ассасин, который ух-ух ставит все. Посмотри на фантомку, как она будет выглядеть. Да и Темплар ассасин. Ну, столько ассасинов. Так еще не Рубин ассасин, блин. Что-то в игре больше половины ассасины.
Блин, вообще прикольно сделано. Вот это, вот за вот эту какую идею, конечно, и туман видно, да, что там не твой персонаж. И ничего не загораживает. То есть и видимость есть, и видимость того, что кастуется туман. Ну, в общем, я считаю, что это вот... Ну, четко. Вот в натуре четко. Пацаны вот, ну, могут просто вот... Прям вообще вот офигенски. Так, как я рад, что Valve делает такие офигенные штуки, а? Кстати, я сегодня заметил, почему-то Hand of Midas не работает на катапульте. Насколько я помню, в Dota 1 она спокойно их поражала, разрывала на куски. Это как-то странно, почему-то ни хрена не работает. Не знаю. Может, это исправят, конечно. Может, так и сделать. Кстати, по поводу патча. Что вот в этом патче увеличили, наконец-то, вот этот монокостик. То есть сейчас более хорошие цифры монокоста. Я вам даже сейчас покажу. Принесу себе бутылку. А, да, вот даже бутылочку. Смотри, какие цифры стали. Вообще громадные. Просто на полбутылки цифры. Вот эта тема вот вообще здорово сделали. Приятно так стало. Сколько я бы не просил там на форуме отписываться. Блин, ребят, я вот, допустим... Играл на разрешение на 19. Я более-менее их видел. Как я только поставил себе широкоформатный монитор, все, я просто перестал видеть маны и по памяти играл. Просто вот это как бы, ну, не сильно надо, но для новичков это необходимые вещи, поэтому вот так вот сидеть, приглядывать, ой, да сколько же там маны хватит или не хватит, это немножко не то. Так, получил 6 левел, качаю ему ульт. Уходит в хайт на через некоторое время. Ого, вот, ушел. Инвиз, ну, так, а что с инвиза-то как он делает? А, ну то есть Лиза никакого выскока, так просто, да? Уходит, джунь. Прикольно. Ну, в принципе, Рики, что? Тут ничего особенного нет. Конечно, вот, анимация бэкстеба. Четверочка. Блинк, это я вообще не знаю. Ну, тоже, наверное, 4. Это похоже как на блинк даггером, только немножко такой фиолетового цвета. Ну, то есть, тона самому персонажу. И вот, color ability, да? Четкий. Ну, и, естественно, туману это просто перфект. Вот прям вот, ох, как. Круто. Молодцы, пацаны, вообще, ребята, из Valve. Да. Превосходно. Что-то обзор получился коротким, ну, каков есть. Спасибо вам за просмотр. Буду очень рад стараться делать все новые и новые обзоры. Всем спасибо. Ах, ой, чуть не забыл. По поводу прозвищ, что-то я тут про Пултики вспомнил свою последнюю... последний обзорчик. И вспомнил. Рики, кстати, у нас. В городе, не знаю, может еще где-то называют Рики Мартин. Потому что это созвучно с Рики Мару. Вот. Ну, не знаю, это считаю весь так. А что, на башню промахи действует? Ну-ка. Падла, ты что, попадаешь? Ну, в общем, спасибо за обзор Рики Мару. Самому себе. Блин, что-то я, короче, второй раз уже совсем спасибо говорю. Ладно, не суть. Всем спасибо за просмотр. С вами был Нул. Подписывайтесь, ребят. Спасибо.